Эй, йоу, друзья, и сегодня мы будем снимать реакцию на слив трека Моргенштерна «Селяви». Да, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, комментируйте. Вы под предыдущим сливом писали, что это плохой слив, и посмотри вот этот слив, потому что это уже настоящий слив. Ну что ж, не будем замедляться, давайте, я хочу оценить. Нам пора прощаться. Что-то новенькое. В жизни так бывает. Не звони. Нам пора прощаться. Селяви. Воу, уже начало крутое. Блин, если мы послушаем предыдущий слив и вот этот, это просто топ, ребятки. Последний танец. Смерть любви. Просто кайф. Кайф, ребятки, это очень кайф. Я даже не могу объяснить, он одновременно и качает, и успокаивает, и бодрит, я не знаю, просто... Миллионы слов лезут наружу. Нам кайф, ребятки. Последний ужин. Детка, ты же знаешь, я тебе не нужен. YouTube.ru. В смысле, это что такое? А может, это образ, я заиграл. Это что такое было? Ну окей, пропустим. Но я ведь пиздюком еще мечтал о славе. А сейчас я чувствую, как предал свои идеалы. Детка, ты же знаешь, ты не виноват. Ты самая пиздатая из всех самых пиздатых. Это правда. Ну, кстати, вот эти наручники очень крутые на вид. Прям кайф. Дарила ебанат. Может, пожалею, да и хуй с ней. Я же молодой, мне надо трахнуть мир. А когда закончу, я надеюсь, мы еще поговорим. Вау. Он не то, что он за душу просто берет. Ребятки, ну, за это... Точно нужно влепить лайк и мне, и вот этому человеку. Я оставлю ссылку на этот канал в описаниях. Ну, давайте дальше слушать. Мне так больно чувствовать твой запах. Он еще остался в моей спальне. Кайф. И теперь всегда наши свидания будут только в твоем инстаграме. YouTube.ru. А что вот это такое? Я не понимаю, типа... Это точно не у меня что-то. YouTube.ru. Окей. Я представил, как мне больно, если я один. Но Моргенштерн мне говорит, я должен быть один. Нам пора прощаться. Целяки. Жизнь не так бывает, не звони. Нам пора прощаться, селяви. Наш последний день, смерть любви. Нам пора прощаться. Вау. Ну тут нет слов, это просто кайф. Вау, а гитарка прям. А еще Моргенштерн говорил, что форум Лол Стим не выложит трек до выхода. Как видите, вышло так, как вышло. Нормально так подколол. Ну я думаю, что это все вы сами видите. Это все. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, комментируйте, пишите, что вы думаете по поводу вот этого трека. Точнее, по поводу вот этого слива. Мне очень понравилось. Я не понял только одно, что это за хрень была вот здесь и где-то вот здесь, что перебывала трек, ну окей. И я еще не понял такую хрень, я еще не понял смысл вот этого трека, типа, для кого он пел, про кого он пел, про Дилару или что, я вот это я не понял. Ну так, в общем, мне трек очень понравился. Я жду уже нормальный трек, точнее, не слив, а уже чтобы вышел оригинал, потому что слив получился очень топовым, и я знаю, что я этот трек точно скачаю, потому что он
одновременно и качает, успокаивает, бодрит и берет за душу. Ну, я прям очень проехался по вот этим эмоциям, и мне вот этот трек очень залетел. Ну что ж, всем хорошего настроения, спасибо, что спасибо, что посоветовали посмотреть вот этот слив, потому что слив, правда, крутой. Всем пока!